День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И это 10-я часть прохождения игрушки под названием Legend of Grimrock. И давайте пойдем. Я уже здесь на этаже, еще никуда не ходил. И на этом этаже прячется очень-очень важный, классный секрет, который важен не только людям, которым хочется найти все-все-все, но и тем, кто хочет пройти игру. Не-не-не-не-не, сейчас пройдем уровень, я вам все покажу. Так, хорошо, давайте. И вот уже два коридора, и я заблудился официально. Нет, я не заблудился, я просто забыл, куда я вообще хотел идти. А идти я хотел вот сюда. И на этом этаже мы встретимся в первый раз с очень-очень неприятным врагом. Это... с магом, у которого есть магический щит. Это, ну, очень неприятно. Ага, ключик. Отлично. Засовываем в дырочку. Так, отступаем куда-нибудь, где они нас не смогут защемить. И весь уровень такой. 10-й этаж. Это этаж тролло-ло-ло-ло. Как только вы думаете, что вы вот только-только что-то сделали, наконец-то с чем-то разобрались, появляются враги, и начинается все сначала. Так, хорошо. Я думаю, я на этом этаже еще найду побольше метательных топориков. Они мне нравятся все больше и больше. Я теперь жалею, что оставил большую часть их этажами выше. Но не страшно, не страшно. Переживу. Оп, хорошо. Кусок мяса всегда пригодится. И здесь собираем всю траву. Так, так, так. Чтобы ничего не пропустить, давайте посмотрим. Ага, ага. Хорошо. Карта. Мы все посмотрели? Да, все посмотрели. Так, и тут нам, по идее, нужно открыть вот эту дверь. Но до этого нам нужно разобраться с загадкой. Вот здесь вот. Так, давайте оторвем. И здесь тоже. Я сказал, оторвем. Вот. Этот красный кристаллик, он, считайте, как кнопка у нас. Кнопка, которая завязана с вот этой вот пластиной. Поэтому мы положим на эту пластину, например, золотого дракона, который никому не нужен. Здесь его и оставим, чтобы он нас не нагружал. Но красный камень передвинем вот сюда. Взяли. Ключ взяли. Так, давайте проверим, что тут еще есть. Не забывайте красный камень, потому что он вам откроет железную дверь на этом этаже. Очень-очень простая загадка, ничего особенного. Так, хорошо. Давайте тогда здесь пойдем и сделаем. Так, тут еще все нужно оборвать. И тут оборвем. Так, а также тут, чтобы все было оборвано. И смотрите, когда мы нажимаем вот здесь вот на кнопку, вылетает вот этот вот бум. Шарик, а когда нажимаем здесь на кнопку, здесь открывается здесь дверь и закрывается тут дверь. Но до того, как мы пошлем шарик туда, куда ему нужно полететь, нам нужно сначала открыть вот здесь вот. Так, рецептор для шарика. И давайте опять же отбежим туда, куда можно отбежать. Так, умри. Мух. Противный мух. Отлично, динозавр. Что они делают? Они же давно вымерли. Ать. Так, так, так. Ой-ой-ой, сколько их тут? Так, это все может закончиться очень быстро и очень плачевно. Оп, метательные вещи. А, муха. Ты следующий умрешь. Отлично. Так, давайте тогда отбежим вот сюда. По-моему, я где-то потерял один топорик. Но это не страшно. Это мы можем найти попозже. Хорошо. И еще раз ударим. Отлично.
А, они такие же бои с этими динозаврами затягиваются все-таки иногда. Так, крепкие твари. Почему они вымерли? Так, а что у нас эта записка говорит? Так. Ага, ну это просто так. Размышление. Размышление мужика. Да, мужика по имени Торум. И кто-то сказал, что это могла бы быть дама или инопланетянин. Но нет, это все-таки мужик по имени Торум. Но перед тем, как мы сейчас здесь сделаем это все, мы отдохнем. Это очень важно, потому что как только мы откроем двери и пойдем, мы наткнемся именно на этих магов, которые очень-очень мощные и с которыми шутки плохи. Поэтому я сейчас отдохну, заряжусь напитками, буду готов на все 100. Так. Хорошо. Так, давайте покушаем тогда. Так, это просто, да, это сила нам поднимает, это особо ненужная вещь. Так, хорошо. Напиток жизни. Я сказал напиток жизни. Минотавр. Напиток жизни. Герой. Ай-яй. Ай-яй. Хорошо. Так, у воровки напиток жизни есть уже. И мана у нас есть. Отлично. Думаю, этого хватит. Итак, отсюда у нас полетит шарик, он сюда полетит. Это все нужно просто успеть. Я, чтобы успеть, ставлю мышку сразу же вот так вот посередине и не двигаю, потому что можно тогда сразу же развернуться, нажать на кнопку, и тогда все будет. Мышку не двигаем. Но нужно вовремя это сделать, и если мой компьютер перестанет притормаживать, почему-то он сейчас притормаживает, да. Хорошо. Так, смотрим. Отсюда он вылетает? Да, отсюда вылетает. Хорошо. Так, чтобы сейчас вспомнить. Да, вот так вот должны быть ворота. Нет, по-другому. Вот так вот. Да, хорошо. Итак. Нажал, полетели, полетели. Оп, нажал. Оп, пролетел. Все, отлично. Оно попало, и двери там открылись. Так, если бы я еще знал, почему. Так, притормаживает комп. Все было бы нормально. И вот мы нажимаем на пластину, и двери начинают открываться. Мы, конечно же, можем проследовать туда вперед, чтобы это было все так красиво и интересно. Но когда наткнемся на тупичок с двумя лицами, вот сюда не заходим. Не советую. А ждем, пока откроются стены вокруг нас, и мы наткнемся на отвратительных врагов. Так, конечно же, становимся сюда, чтобы они нас не смогли защемить. Так, подтягиваем их. Оп. Готовим фаербол, потому что фаербол это хорошо. Так, и самое первое, что нужно сделать, это у них снять этот щит. То есть начинаем калашматить. Если кто-то знает, как по-хорошему, то есть качественно снять этот щит, то говорите, пишите мне в комментариях, потому что мне было бы это очень интересно. Потому что я тупо по нему бью, пока он не сойдет. Так, хорошо. Первый враг ушел. Их там было двое. Да, вот второе. Иди сюда. Иди сюда. А, я как раз. Нет. И уйди отсюда. Вот. А, хорошо. Так, льдом в попу получили. Но это не страшно. Заряжаем еще раз фаербол. Все, щит сошел. Отлично. Давайте его в тучку поставим. А, наконец-то все. Разобрались. Хорошо, смотрим на карту. Давайте пройдемся по комнате. Откроем тут все. Так. Сюда, как говорится, не заходим. Хотя подождите, вот я тогда не проверил. Если сюда просто что-то положить, они так и будут вонять. М-м-м.
И если я сейчас зайду сюда? Ничего интересного. Жаль. Так, Спонж Боб, пошли со мной. Так, хорошо. Смотрим. Да, открыли все. И теперь, чтобы отправиться дальше, нам нужно выбрать одну из дорог. Но перед тем, как отправиться дальше, мы все-таки сейчас покушаем. Так, так, у всех еды хватает? Нет, бедный маг проголодался. И поспим. Может быть, увидим сон. Так, и пока мои герои спят, я хлебну чайку. С ментолом. Хорошая вещь. И давайте тогда дернем за веревочку и пойдем дальше. Но перед этим восстановим себе свет магический. Оп. Смотрим. Тут подозрительно пустая комната. Топоры. Еда. И кнопка. И... Даже если бы я не знал, что сейчас произойдет, я бы предположил, что сейчас появятся монстры и начнут нас жестоко-жестоко... Да. Привет, монстры! Не надо нас жестоко-жестоко. А мы можем забежать сюда в портал и попасть в комнату, в которой... Оп. Как раз. Вот наша железная дверь. Вот он, красный камень. О! Мне даже ачивмент пришел за это. Лук я... Давайте, где там моя? Угу, угу. Хорошо. Мы получили лук. Камешек красный можно было бы взять с собой. Может, бросить его куда-то. Так, давайте полечимся. И пойдем попробуем разобраться с этими... Так, противными магами. И вот здесь вот я вам очень-очень советую постоянно находиться в движении. Здесь движение — это залог успеха и долгой жизни. Ай, долгого брака. Ай-яй-яй. Так, хорошо. Надеюсь, что там еще один мне не зайдет сбоку. Так, хорошо, первый ушел. Второй. Угу. Так. О, все хорошо, мы сняли ему щит. Так, давайте зарядим фаербол. Рах. Ножики, меч, молот. Ножики. Меч. А, отлично. И, если я не ошибаюсь, тут был еще один где-то. Где ты гуляешь? Так, может, он заглянул туда, в боковую комнату куда-то. Хм. Может быть, я ошибался. Может быть, тут всего лишь вдвоем они были. Ну, неважно. Тогда давайте поспим. Если они были только вдвоем, то... Третий, который мне привиделся, он меня не разбудит. Так, давайте сделаем левелап нашему Минотавру. И сделаем левелап ему на армор, чтобы он тяжелый армор носил без проблем. Отлично. И здесь, пам-пам-пам, зайдем вот в эту дверь. Просто из интереса. Конечно же, можно было бы пойти дальше. Так, стрелы. Так, это мне привиделась кнопка. Так, ну, раз нету, так нету. Не будем выпрашивать. Так, давайте здесь пройдемся повсюду. Проверим. Итак, это комната, куда нам нужно идти. Это комната, откуда мы в самом конце уровня придем. Это красный камень. Это железная комната. О, метательный топорик. Не забыть. Здесь у нас занавеска, которую мы оторвем. Здесь у нас лечащий камень, который мы используем. И все.
Так, тогда давайте. Давайте пойдем. А, ну и здесь у нас, конечно же, спуск на следующий уровень. Мы можем на это посмотреть. Но там пока что все закрыто. То есть здесь у нас записка о том, что уровень закрыт. Следующий уровень — это уже тюрьма. То есть это у нас уровень 12. Для него нужен ключ. И вот этот ключ мы найдем у себя на 10 уровне. Так, и давайте пойдем его искать. И если я помню правильно, у нас сейчас предстоят очень-очень тяжелые бои с магами. А, и с мухами. Мух. Брысь мух. Противный мух. Так, хорошо. Здесь муха, но я вижу фонарик мага. Иди сюда. Ай-яй. Он решил меня обмануть. Так. При этом каждый раз, когда я говорю, что они меня обманули, это, скорее всего, я обманул сам себя. Но это... Все. Об этом можно поспорить. Давайте об этом поспорим. Так. Здесь у нас комнатка, которая так открывает быстро дорогу. Пару мух, которые не страшные совсем. Умри. Быстренько умри. Хорошо. Ты тоже умри. Молодца, как быстро умерла. Здесь у нас штаны тяжелые. Оп. Хорошо. И здесь у нас маг. Отлично. Фаербол. Щит ушел. Так. Как раз если хорошо слушать и реагировать, то можно среагировать на то, как... вот эти маги, они замахиваются. У них есть время, в котором они делают такой звук и замахиваются на вас. То есть пытаются вас ударить, что-то с вами сделать неприятное. И в это время можно как раз увернуться. Так, хорошо, давайте тогда пойдем. Если я не ошибаюсь, тут раз комната. Так. Здесь тупик у нас. Да, тупик. Хорошо. Мух. Умри. Пожалуйста. Спасибо. Так. И здесь у нас комната, если я помню правильно, с двумя ключами. А, и с магом, который нас зажал в углу. Ничего, сейчас мы его... Оп-оп, разберем на составляющие. Угу, отлично. Кому это? О, в моей воровке левелап пришел. Это всегда приятно. Бомбы. Это очень приятно. Метательный топор. Мой или какой-то дополнительный? Не, это был мой. Так. Так, давайте еще здесь осмотрим все. Муха. Убери. Я просто хочу здесь все осмотреть, чтобы убить всех врагов. И можно было отдохнуть, сесть. Так, хорошо. Здесь у нас можно прыгнуть. Я вам даже советую прыгнуть вниз. Потому что вы тогда откроете секрет. Так, здесь мимо крабов можно пробежать, если получится. Если не получится, побейте крабов. Так. Какие упорные крабы. Но здесь вот можем... пробежать, сказал я. И не смог пробежать. Так. Тролли меня не убили. Маги меня не убили. А крабы убили. Так. Ну тогда выпьем напиток. Так уж и быть. И ты тоже, воровочка, выпей напиток. Так, тогда... Ну тогда я всех сейчас разнесу тут. Потому что вы меня обидели.
Так. Скорее всего, неприятно два топора в лицо получить. Это же... Да, это скорее всего, больно. А он стоит, отбивается. Упорный. Так. Давайте посмотрим тогда. Здесь метательное оружие. Отлично. Здесь у нас еще один. А, прячешься? Боишься? А, он не боится. Он просто забыл, что я тут был вообще. Так, свет. Отлично. Где-то здесь выход на лестницу. А, вот он. И вот когда мы поднимаемся по лестнице, мы здесь находим как бы секрет, а то есть щит. Очень хороший. Щит. Этот выбрасываем. Здесь на кнопочку. Здесь проходим. Все. Так. Хорошо. Можно идти дальше. И перед тем, как я пойду, так, проверяем еду у всех. Воровка проголодалась. Так. Так. Все. Можем отдыхать. Чай. О, нам что-то снится, а я на чай. Сломанный механизм закрывает портал. Это то, откуда мы сможем убежать. Но я слишком слаб, чтобы двигаться. Но я рад, что ты продвигаешься вперед. Я должен собрать силы, и мы уйдем вместе. Да. Жаль, что он не знает то, что я знаю. Так, мана, наполняйся, ну, неважно. Так, давайте тогда пойдем дальше. Дернем за веревочку. Откроется дверь. И мы, как всегда, наткнемся на 150 тысяч миллионов монстров. Нет, шлем. Кому-то нужен шлем? Нет, у этого хороший? Нет. Все, обойдусь без шлема. Та-та-та-та-там. Здесь у нас тупичок. Здесь мы уже были. Так, тогда нам сюда. Ай-яй-яй. А, все, помню. Сюда. Так, кладем что-нибудь ненужное. И все, можем тогда идти дальше. Так, давайте проверим еще на всякий случай. Нет. Все хорошо. Потому что при каждом нажатии кнопки статуя плюется, и если мы нажмем ее только один раз и прижмем ее, то она перестанет, и мы сможем пройти спокойно. Так. Смотрим. Да, вот, теперь это вот кнопка, комната с двумя проходами. Первое святилище, второе пещеры. И в каждой из этих комнат мы найдем по ключу, который мы вставим вот сюда, и сможем пройти. И давайте сначала зайдем в святилище, потому что оно маленькое и легко проходится. Если я не ошибаюсь, тут вообще врагов не будет, ничего не будет. Да. Не будет, если мы вспомним вот эту вот платформу и просто подумаем, врагов нету, ничего нету, ключ лежит просто так, значит, нас что-то ждет. И мы встречались с этими пьедесталами, на них нужно что-то положить, чтобы оно прижимало кнопку, как в Индиана Джонсе. Если бы мы этого не сделали, здесь появилось бы два мага, и если я уже не помню, что... Ну, было бы очень-очень неприятно, больно, и можно было бы тут и остаться. Так, а вот эта вот пещера очень-очень большая. Так, если я не ошибаюсь, здесь много троллей, много вот этих букашек и всяких-всяких разных врагов. Так, хорошо. Тролль. Иди сюда. Тролль меня явно не услышал. Он прошел мимо меня, как будто меня тут и не было. Давай, тогда тебя я сейчас привлеку. Я сейчас их обоих привлеку, у меня такое впечатление. Ой, сейчас это...
Это сейчас очень плохо. С двумя троллями драться в одно и то же время. По-моему, это... Минздрав запрещает такое делать. А еще с букашками. Ё-ё-ё-ё. Так, это ситуация мне очень не нравится. Скажу вам честно. Это позитивно-негативная ситуация. Ай-яй-яй. Так, топорики все заберем. Это было сейчас вот это. По-моему, я сейчас умру. Очень-очень больно будет. Это будет больно и... Так, я надеюсь, вот этот второй тролль сюда не придет. Потому что если он придет сюда, то это будет дискотека. Да, для взрослых. Ситуация, в которой маленькая комната, два тролля и я, мне очень не нравится. И она может закончиться очень-очень интересным порнофильмом. Но я буду вспоминать об этом очень-очень долго. Так, давайте посмотрим, что тут в сумочке. В сумочке травка, отлично. Травку магу. Оп, и сумочку выбрасываем. Так, где там второй маг? Давайте левелапы сделаем. Вэм. Я слышу тролля. Так, я думаю, левелапы придется чуть-чуть отложить. Так, так, так. Ice magic, fire magic, хорошо. Угу. Так, теперь с тобой будем разбираться. Вот в той маленькой комнатке. Фу! Он только замахивался. Хитрый. Так, хорошо. Теперь мы сейчас, если я не ошибаюсь, найдем очень-очень важный секрет. Так, так, так. Сейчас пройдем по левой стене, вот в этот тупичок. По нему будем ориентироваться. Теперь проходим вперед, конечно же, убиваем всех таракашек. Итак, смотрите по карте. Где я? Где тупичок? Здесь кнопка. Нажимаем на нее, идем обратно в тупичок. В тупичке находим череп и кости Торума, а то есть человека, который приходит к нам в снах, который шел перед нами, но так и не дошел. Тут у нас еще куча-куча всякой всячины, но я это уже знаю, это особо не нужно, и лучший предмет из него был бы этот топор, но у меня никто топором не пользуется. Так, пещера, перестань трястись. Зачем трясешься? Так, тут у нас несколько записок, давайте на них посмотрим. Так, это... Та-та-та-та-та-та-та. Да, понятно, я умираю. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, страшно. А это... хорошо, это просто о том, что он сложил здесь все. Так, так, так. И давайте пройдем дальше. Соберем, наконец-то, ключик второй. По-моему, здесь не... Не было ничего хорошего за этой дверью. Так, а здесь? Откроем, посмотрим, найдем, увидим. Да. Нашли что-то хорошее. Привет, тролль. То есть, вот те два топора, да, это было так нормально. То есть, ты тогда не разозлился? Как раз очень странно то, что невозможно сбросить троллей вот в эти дырки. Было бы интересно, если бы можно было их разозлить и заставить разбежаться, чтобы они упали. Хотя они вряд ли бы поместились туда. Но все равно было бы интересно, если бы они, например, споткнулись или застряли. И были бы уже тогда, как вот этот вот монстр из... Ой-ой-ой, из решетки. Тут их двое. Я забыл, что тут их много. Умри, пожалуйста, быстренько. Вот, на раз, два, три. Пожалуйста, давай. Давай, быстро, умирай.
О, молодец. Так, 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 так. Уху-ху-ху-ху. Где мой свет? А то я не увижу, кто это мне бьет по лицу. Так, хорошо. Хорошо, все, давайте с ним тоже разберемся. Так. Фух. Наконец-то. И вот так. Давайте тогда пройдем вот сюда вот. Видите, у нас тут вот сбоку лежит. Так, давай. Ключик. Но тут дырка. Ее можно закрыть, правильно расставив вот эти вот рычаги. У нас там в записке написано то, что рычаги и вот эти вот столбики как-то связаны. И поэтому мы передвигаем те рычаги, у которых столбики далеко, вниз, а то есть вниз, вниз, а те рычаги, у которых вот столбик близко, вверх. Этот вниз, этот вверх. Отлично. Все поставили, если это правильно, то мы можем забрать ключ, да. Мы забираем ключ. Если я не ошибаюсь, то где-то вот сейчас, вот, да, вот они появились. С ними можно разобраться. Или если с ними не хочется разбираться, вот как мне, например, да, мне сейчас совсем не хочется с ними разбираться, то можно выбежать. Эта дверь эта комната шикарно закрывается. Так, хорошо. Единственное, помните, что здесь тоже появились маги, поэтому давайте выпьем напиток жизни, маны. Так, хорошо. И пойдем разбираться. Иди сюда. Иди сюда. Так. Не слушается. Угу. Хорошо. И я точно не помню, здесь был один или два. Но это не страшно, по идее. Потому что мы сейчас можем пойти уже использовать ключи. Так, 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 так. Ага, это мы сюда зашли. А то есть ключики используются вот здесь вот. Первый. Где второй? Второй. Дверь откроется, и мы можем зайти вот в эту комнату. Здесь у нас, конечно же, телепорт. Здесь ключ от тюрьмы. И я точно не проверял, но я уже по старой привычке. Так, давайте что-нибудь поменьше, чтобы оно не закрывало ключ. Вместо ключа оставил что-то на пьедестале, потому что пустая комната, пьедестал... И никакой опасности, это значит ловушка. Так, и давайте. Сейчас мы оказались вот в этой комнате с синим кристаллом. К нему нужно подойти. О, я сказал подойти. Кому я отдал скелет Торума? Вот он. И скелет Торума использовать на кристалле оживления. Как только мы это сделали, мы получаем... Achievement в Steam, помоги Торуму. И у нас Торум открывается как дополнительный герой, которым можно пройти игру. Если вам захотелось пройти ее на очень сложном и в одиночку, вы можете это сделать, вписав, вы создаете новую игру, заходите в создание героя. Неважно, какая сложность, ну, как всегда, советую на очень сложном. Заходите в создание героя, пишите сразу же у первого имя Торум, Т большое, O-O-R-M-E, если я не ошибаюсь. Если вы получили ачивмент, вы будете знать, как пишется так. У меня записок его больше не осталось.
А, Торум без Е в конце. Торум. Пишем T-O-O-R-U-M. И нажимаем Enter. Игра сразу же начинается. И вы оказываетесь в подземелье только с одним человеком, с Торумом. У вас можно будет пользоваться мечами, топорами, молотами и магией земли и огня. И можете тогда проходить только им. И я думаю, так, давайте посмотрим на карту. Да, мы прошли все. Я, конечно же, уверен, что некоторые стены не открыл. Поэтому пишите в комментариях, что я забыл. А я говорю вам большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующей серии.